общем, выехали сегодня на охоту, на утиную. Солнце садится. Да, солнышко садится. Утки летят сейчас поздно, в сумерках глубоких. Увидите. Уже неделя прошла после открытия. Она осторожная стала. Много стрелять не будем. Сколько получится, но немного. Потому что она не жирная. Линяет. Цапли пошли уже. Где пошел? Вон дальше. Стой, 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 стоп. А, да. Ну-ка, селезень. Да, молодой селезень. Угу. В голову снайперский выстрел. Прям в голову, да? Да. Отлично. Так. Идем дальше. Идем дальше. Какая дрочка была? Шесть. Шестерка? Шестерка. А сколько метров было? Да, ерунда. 15. 15? Да, не больше. То есть утка с селезнем, наверное, была, да? Может быть. Ну, это молодежь, наверное. Вот прошлую неделю назад прилетел, стайка прилетела старых селезней. Ага. Двух я вышиб, старые селезни. То есть одни селезни отдельно. Отдельно. Да. Пасмурную погоду они пораньше летят, а в ясную сейчас пока сумерки начали сгущаться, и вот они такой уже на грани с темнотой валом идут низко над камышами. Очень опасная стрельба, всех инструктирую, но если мы сегодня мы вдаем, никто нам мешать не будет. Но утки мало, чего-то тут или пошугал кто-то, не может такого быть. Может, пошугал. Да потом зеркало-то воды-то вообще маленькое осталось. Недостаточно. Да. Крякве много воды не надо. Она любит такие вот. А, вот она любит такие мелкие, да? Лужи. То есть мы фактически на бровке и слева, и справа. Ну, в воде плавают. Вода. Они кормились, сидят, ждут вечера. Вот посмотрим. Неделю не были, что-то будет. А сейчас вот применяется пятерка-шестерка. В основном шестерка идет. Пятерка-то я уже и по снегу стреляю. Некоторые тройка, единицы. Разве можно? Калечишь дичи, больше ничего. Одна-две дробина попадет. Несмертельные места. Она уходит и погибает. А как у нас по правилам должно попасть 4 дробины, uh-huh, чтобы птица была бита чисто. 4 дробины. Вот поэтому шестерка нам подходит. Хоть краем зацепишь снаряда. Пятизарядку не беру. Зачем она нужна? Тут выгадываешь, чтобы она упала хотя бы на воду. Где-то рядом с водой. Чтобы найти проблему. В основном найти. Да, без собаки плохо. Да, без собаки плохо. А вот в будке-то там гончак, по-моему? А там гончий, это тут впереди, это кобель хороший. Ага, это вот тот самый, он который... уже гонять начал. То есть это мы вот осенью съездим. Он с ним ходил гулять, он зачишку поднял, целый час гонял. На первый раз это вообще прекрасно. То есть мы с ним осенью съездим, да? Осенью, конечно, конечно. Пес очень умный, понятливый. Когда иду на охоту с ним, он хозяин, как будто его нет. Ага. Только со мной ходит. Ну, понимает.
Вот надо молодежи-то к чему стремиться. Не по диванам с телефончиками пытаться, а природой надо наслаждаться. Пока еще что-то есть у нас. А идет тому, что скоро ютку не увидишь. Только на городских речках. Туманом нас накрывает. Она летит вот у тебя из-за спины и вот с речки отсюда. Идет по низам. Вот и никакой засидки не надо. Маскировка нормальная. Зимовать куда улетает утка? Зимовать они на юг отсюда улетают. На речках держится, пока речка не встанет. Даже у меня был как-то случай, полынья образовалась во льду по центру реки. Из десяток уток сидело. Но вот берег-то тут идет высокий, и он как идет, берег и низинка такая. Мы подкрались с Кузьмичом, с доктором. Угу. По сидячим бах-бах, трех штук. Чего оттуда стрелять? В жизни не найдешь его. Конечно. Тем более без собаки. Сейчас эти видно. Стайка хорошая. Бекас ел. Бекас. Ушли. Зацепил, зацепил. Селезень, да? Да. Ну что, охота будем считать удачная. Пару уток убили. Возможности, конечно, были. Два селезня. Это хорошие. Можно было еще, конечно, но мы оставили на следующий раз, как говорится. Вот. Считаем, что все нормально. Поохотились. Душу повеселили. Вот. Навыки приобрели. Я оглох. Да, нормально. Михалыч, а вот осенняя охота, в чем ее вообще особенность вот сейчас? Какие нюансы? Особенность, ну сейчас мы попали в период такой, она линять начала. Ага. Она таится, перелеты сейчас слабенькие. Вот когда она вылиняет, будет намного лучше. А когда она вылиняет? Ну это, как правило, раньше в конце сентября, ага. В 20-х числах. Она уже и жирно гуляет,
Ага. Выленяет, уже селезни отличаются от утки. А сейчас все серые. Угу. Однородные. Однородные. Да. Сейчас самый период такой. Линьки, она забивается, летает мало. Вот. Ну ничего, я чувствую перелет уже. Стали везде перья. По воде вот ходил я кругом, перья, она линяет. Поэтому перелеты сейчас слабенькие. Угу. Вот. Ну, будем ждать. Ну и самое главное, то, что застрелили, то и нашли, правда? Да, самое главное, да, вот обратил внимание, вот да, были охотники. Да, да. Ну, стреляли на таких дистанциях, тем более над камышами. Это без собаки бесполезно ее искать, не найдут. А зачем дичь приводить? Ну да. Вот, мы сели посреди вот лужи. Вот, на коротке стреляешь, она падает на воду. Да. И мы нашли. Найдешь уже, да. С фонариком. Все нашли. Да, все. Да. Самое главное. А основная масса охотников, лишь бы стрельнуть. Ну да. Пальнуть, как они выражаются. Не будьте такими. Да. Надо беречь. Это наше достояние, как говорится. Зачем зря утку губить? Вот. Это вот самая главная особенность. Культура должна быть, а ее... К несчастью, нет. Нет, к несчастью. Воспитателей нет. Да. Ну все, ребят, поехали мы. Да, поехали. Охота домой. Удачная, все покажем. Да, всего хорошего, да. Да, всем пока. Удачи на охоте.